Всем привет! На этих выходных собираемся поставить жерлицы, половить хищника. В общем, мы сегодня выйдем, половим живца. Не ищем легких путей, можно было, конечно, купить, но это не в нашем стиле. Поедем, покидаем паук, малявочницу. Если что-то поймается, пауком половим. Если нет, значит, поедем, поставим палатку, на удочке половим. Юрец прогревает снегоход, выдвигаемся на реку. Сегодня у нас юрец штурма. Поехали! Навстречу приключениям! Есть, да? Да. Чувачок. Первый раз проверили. Вроде есть живец. Сразу сейчас воды приготовим. Все, два кана приготовили. Сейчас давай проверим. Сейчас. Где у меня заброшено? Здесь, Паш. Вот же, вот. Ага. Оп, пусто. Может, не раскрылся. А... Вырубай. Что весь ободранный какой-то. Есть. Юрец, смотри, вон улов какой. Что? Улов какой, говорю. Два чебачка, три, да? Еще мелочь надо покинуть. А вот это вот такое отпускаем тоже. А вот это вот. Вот это хорошее. Вот это, вот это. Вот это. Чебачка. А то. Наш калибр. Есть. Сколько? Три штучки. Две. Раз, два. Продолжаем. Это да. Собрали. Шеи воду, раз, два, три, три тут нормально. А ёршик у нас пускай живёт. Лес ещё накататься не может. Рыбалкой, а ужин по расписанию. Сало домашнее с чесночком, с черным хлебом. Все за рыбалку. Юрец на прохвате. А мы пока будем проверять пауки. Перегорела лампочка. Хотел посмотреть, как ночью светит. Надо будет заменить перед поездкой. Что, проверяем у нас?
Здесь пусто. Да этот паук вообще не хочет ловиться. Вроде ячья такая же, да? Угу. Что, следующий? Где следующий у нас? Супер, да? Ну отдохни, потом еще покатаешься. Здесь я помельче расскажу, глубина. А, он боком вообще встал. Есть, нет, что-то есть. Где-то что-то видел. А, вот чебачок. Хороший. Где? Ну, давай его сюда. Аккуратно. Еще 2 дня ждать рыбалки. Все. Сюда кидаем. Ну что, рез будет, нет? Есть. Есть ёршик. Да ёрш нам не нужен. Ёрш нам не нужен, да. Покажи. Да ёрш это на лима, да этот вообще сильно мелкий прям. А если так, большой будет? Выбираю рез, какую лунку закинем. О, вот это живец нормальный. Но. На что, на опускании, да? Или на подъеме? На подъеме, видишь, вниз. Тугой, да, уже? Есть. Ох, так вытащил прям, четко. Один, но хорошенький. Нам лучше так. Красавчик. Щучий. Конечно, щучий. Давай, Юрец, мастер-класс по запусканию снегохода. Комментируй, что надо сделать. Сначала зажигание, поворачиваем ключ, да? Потом вот нажимаем на красную кнопку. Давай. И тут можно, вот взрослые могут достать. Дай меньше слов, больше действий, запускай. А я не могу достать, поэтому я делаю так. Ой. И про снегокат забыл. Капец, смотри сюда. Ерша. Вот на пушок мелкий. Пушка бери. Пушка, пушка. Тут... А здесь что? Здесь ерши чисто. Ерш, ерш, ерш. Пушок так-то шевелится хорошо. Залетел на тоненького. Он у тебя уже там подшивать надо. Да я вам уже весь. Опа. Тяжело идет, что-то здоровое. О, ерши, блядь. Нет, чебачок там вроде один. Есть, мается, да? Вот еще, вот и упал. Ерш.
на этом рыбалку заканчиваем. Живца наловили, штук 30-40, наверное, взяли, нам хватит. В субботу выдвигаемся на какой-нибудь карьер. Тут в сторону Белого Яра есть у нас на примете пару карьеров. Попробуем там поставить жерлицы. Ну, это уже совсем другая история. В общем, мы нарыбачились. Малой, фонарем там балуется. Малой накатался, снежек едет. Единственное, надо будет пару поменять. Все, до новых встреч.